понравился. Ляля. Ляля. Ляля, носом толкает. Ничего от носа. Ба, ложем, вон еще. Скоро а второго Максим положи, дождешься. Дань, второго положи. Где второго? Ну, а, ты его положил на место? Цунька. Моя же всех погладила. Да тихо. Да я тут сейчас. Возьмите левее. Надо помыть попку. Забыли мы попку помыть. Как можно играться, если попка грязная? Какой нежный. А по другой версии, простые жители Гиперборей погрязли в грехах и разврате, то некие всемогущие покровители цивилизации воспользовались этими чудесными летательными аппаратами и покинули Землю, оставив паству на суд разгневанной природы. Куда эти покровители могли направиться? Первое, что приходит на ум, на Луну, как на самый близкий от нашей планеты космический объект. Там они и обосновались. Черные мужики. Папе на дочь. А где папе на дочь? Да. Папе на дочка. Оптику для наблюдения за спутником Земли сообщил, что он якобы все-таки разглядел на Луне и животное, и людей. И это такое исчадие греха, скопище каких-то черных, темных сил, вот, которые воздействуют на человека. Малина безперечно має рости на подвір'ї кожного приватного будинку для... Точно, побережье Южной Америки. То есть, намного лучше, чем это сделал Магеллан столетия спустя. Не так давно исследователи пришли к выводу, что уникальный атлас был просто срисован перевесом с некоторых совсем древних исходов.